Так, ну вот он и рассвет. Сентября 2021 год, Харьков. Наверное, даже он меньше. Шесть 16 по Киеву в Харькове. Да, с каждой секундой приходится. Ну все, это максимально короткая выдержка и максимально низкая ISO. Это, конечно, не протуберанция, это просто теплый воздух поднимается от земли, конвекция. Да, 150 миллионов километров до нашего шарика. Ну, после того, как снимал с Юпитера, 600 миллионов километров, и Сатурн в 1,5 миллиардах километров, и только что я снимал Сириус в 8 световых годах. Конечно, 150 миллионов километров уже как бы не впечатляет. Венера вчера была 155 миллионов километров. Будем говорить от Харькова. Да, сегодня пятен не вижу. Давай вот так. Сейчас будем посмотреть движение. Будем посмотреть. Ну, движение, вращение Земли. Ну, хорошо. Не думаю, что стоит дальше продолжать съемку. Глазам уже смотреть больно. Следовательно, и аппаратуре. Не в пользу. Одиннадцатое сентября 2021 год, Харьков. Шесть 20 по Киеву.